Молдове выявили дефицит электроэнергии и предупредили о необходимости снизить потребление. Здравствуйте, с вами Юлия Будич. Сегодня мы подводим итоги недели. В Молдове могут начаться веерные отключения электроэнергии. Этому предшествовало обращение поставщика, в котором говорится о выявленном дефиците. А в это время на левом берегу Днестра был объявлен режим ЧП в экономике в связи с сокращением поставок российского газа. Протесты партии ШОР продолжились и на этой неделе. Тем временем по решению суда депутата Марину Таубер перевели под судебный контроль. И в рамках первой же пресс-конференции Таубер заявила о масштабных протестах и о новых действиях оппозиции. В это время антикоррупционная прокуратура провела обыски по десяткам адресов в деле о финансировании протестов партии ШОР и даже представила шокирующие кадры с предполагаемым гонораром для проведения манифестаций. Румыния предоставит нашей стране дополнительные объемы электроэнергии еще около 100 мегаватт-часов. Об этом накануне рассказал вице-премьер Андрей Спыну после того, как стало известно, что поставщик может прибегнуть к отключениям электричества. Происходит это на фоне выявленного дефицита и необходимости существенно сократить потребление. А в это время на левом берегу Днестра был введен режим ЧП из-за ситуации в экономике. Как заявил тираспольский лидер Вадим Красносельский, Молдгрэс сократит поставку электроэнергии на правый берег уже в ближайший понедельник. Этому предшествовало решение «Газпрома» уменьшить поставки газа в Приднестровье. С понедельника мы ограничим поставку газа на молдавскую ГРЭС, вследствие чего вместо 70% пакета останется 27% экспорта. Но дальше идет ноябрь. Теперь прогноз на ноябрь. И все прогнозные показатели также, естественно, в Москве есть. Я их туда направил. Энергопакет максимум в составе 23% на Молдову. 23%. Об этом Красносельский поведал сразу после того, как так называемый Верховный Совет региона поддержал введение режима ЧП в экономике до конца текущего месяца. И этому предшествовало решение «Газпрома» сократить поставки голубого топлива в непризнанную ПМР на 30% в октябре и, предположительно, на все 40% уже в ноябре. Примечательно, что в «Молдовагаз» ранее заявляли, что пока российский концерн не подтвердил объем поставок газа в Молдову на ноябрь. А вот, по словам Красносельского, в Приднестровском в регионе уже выявлен дефицит газа почти на 37 миллионов кубометров. Если даже мы вот при этой экономике, которая уже существует, будем двигаться до конца месяца, то у нас будет отрицательный баланс порядка 15 миллионов кубов газа. В то же время на левом берегу Днестра приостанавливается работа металлургического завода и Рыбницкого цементного комбината. Это серьезный момент. Почему-то? Потому что данные промышленные объекты, они формируют добавленную стоимость и являются налогоплательщиками. По мнению экспертов, ограничение поставок электроэнергии от Молдгрэс тоже своего рода российский сценарий. Проверка на прочность для властей Кишинева. По мне, это продолжение сценария российских властей, чтобы протестировать реальные пределы Кишинева в том, что касается обеспечения энергии потребителей как правого, так и левого берега Днестра. В этой ситуации Тирасполю отведена роль исполнителя. Они должны действовать, исходя из ситуации, поскольку у них нет достаточных источников природного газа. В середине месяца министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что Молдова в октябре начнет закупать недостающие 30% электроэнергии в Румынии благодаря синхронизации энергетических систем с европейскими. При этом власти неоднократно призывали население сократить потребление электроэнергии, в особенности в часы пик. Фиекаре динтре ной пуате стинже ун бек. Милионы людей înseamnă миллионы de becuri stinse. Înseamnă o țară întreagă care economisește. Astăzi lumina este, dar dacă vrem să fie și mâine, și poimâine, și în toate zilele care urmează, este nevoie să economisim acum. Накануне после новости об образовавшемся дефиците в своем фейсбуке Спыну заявил, что Румыния предоставит Молдове еще 100 дополнительных мегаватт-часов. Однако больше подробностей пока власти не обнародовали. Неизвестно также, когда в стране могут прибегнуть к веерным отключениям потребителей и каких категорий. К слову, веерные отключения электроэнергии начались и в соседней Украине, где из-за российских обстрелов пострадало свыше 30% энергетической инфраструктуры.
Полиция предупреждает, на воскресном протесте в центре Кишинева могут быть беспорядки. По обнародованной информации, манифестанты могут вновь попытаться заблокировать движение как при помощи палаток, так и с помощью транспортных единиц. Об этом сегодня рассказали в полиции, отметив, что правоохранителям также известно о попытках привлечь лиц спортивного телосложения для провокации. О том, что завтра в центре города события могут развиваться совершенно неожиданно, дала понятие депутат Марина Таубер, которую на этой неделе перевели под судебный контроль. К слову, освобождение Таубер из-под ареста вызвало негодование многих, в том числе министра юстиции. Несмотря на то, что ранее комиссия по ЧС запретила блокировать проезжую часть во время манифестации, сторонники протестов Шора продолжили бастовать на улицах. Мы приехали из Аргеева на маршрутке. На транспорте от партии? Нет, мы сами, три женщины, приехали. Откуда вы знаете о протесте? А как не знать, мы каждый раз приезжаем и будем приезжать, пока не дадут нам хорошую пенсию. Почему полиция лезет в драку? Почему бьет граждан? Вы против решения запрещающего устанавливать палатки? Нет, потому что мы без денег. Почему вы не на работе? У меня сегодня выходной. Я каждый выходной, каждый свободный день хожу на протесты. Сегодня выходной. Здесь работаете? Нет, вот с другом хожу на протесты, поддерживаю партию Шора, поддерживаю его политику. Платят вам за это? Нет. Так, вы вербичи румыны, снимать приятель, чекарь не визитяжи цара, спрешетин, амбассадор, автор стати. Да, не работаю, сижу дома. А здесь что делаете? Что? Бытовушкой занимаюсь. Потому что я бедная, и поэтому пришла. Я лучше промолчу. Митинговали граждане на минувшей неделе под офисами иностранных дипломатических представительств. К слову, несколько дней назад депутату от партии Шор Марину Таубер, проходящую по делу о незаконном финансировании формирования, перевели из-под домашнего ареста под судебный контроль. Вернувшись в парламент, Таубер поведала о планах на ближайшее воскресенье, в день, когда вновь намечается протест партии Шор. Решения будут приниматься, как и должно быть, на площади Национального Великого Собрания, куда нас в крайний раз коллег и людей просто не пустили. В это воскресенье мы собираемся принять там очень важные решения. Избрать новое правительство, избрать новых руководителей и посоветоваться с людьми, что мы будем делать дальше. Прокомментировал решение судей о переводе Таубер под судебный контроль и министра юстиции Сергей Литвиненко. В своем фейсбуке министр отметил, что данное постановление, цитата, еще раз говорит о плачевной ситуации в системе правосудия. Помимо множества вопросительных знаков, это решение вызывает вполне оправданное недовольство в обществе и еще больше подрывает доверие к юстиции. Я очень надеюсь, что будет учтена целостность информации и доказательств, которые явно демонстрируют незаконность действий. Тем временем судьи обязали предводителя партии Шор принести публичные извинения главе государства за ложь и клевету и выплатить Майсанду 50 тысяч лей в виде компенсации морального ущерба. Таким образом, апелляционная палата оставила в силе решение первой инстанции, обязав Шора опровергнуть свои заявления о том, что Санду якобы получила деньги в конвертах от некогда лидера ЛДПМ Влада Филата. Итак, глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Драголин поведала о новых обысках, которые увенчали задержанием по меньшей мере 24 человек, якобы причастных к раздаче денег за участие в антиправительственных протестах на главной площади страны. В течение нескольких месяцев в процессе расследования были установлены личности нескольких человек, ответственных за распределение крупных денежных сумм на всей территории страны. Были идентифицированы и люди, получившие наличные. Накануне после 23 часов группа из трех прокуроров и нескольких офицеров НЦБК, СИБА и офицеров антикоррупционной прокуратуры произвели мероприятие по наблюдению для того, чтобы зафиксировать процесс распределения средств подозреваемыми. Примерно в 5 утра одного человека удалось идентифицировать. Этот человек был с сумкой и покинул Кишинев, а уже около 7 утра его задержали с поличным.
Правоохранители поймали с поличным одного из подозреваемых в момент передачи средств территориальному представителю политической партии ШОР. Всего за день удалось провести свыше 50 обысков в домах и автомобилях подозреваемых. Прокуроры изъяли около 20 черных мешков с белой этикеткой и названиями района. Всего за день правоохранители изъяли около 3,5 миллионов леев, происхождение которых предстоит установить. А вот Илон ШОР день спустя заявил, что конфискованных денег было на 2 миллиона леев больше. В начале этой недели в Высшей судебной палате состоялось первое заседание по делу о черном кульке экс-президента Игоря Дадона. Бывшего главу государства обвиняют в пассивной коррупции, как и в получении финансирования для нужд партии от криминальной группировки. Недавно прокуратура завершила расследование по этому громкому делу и передала все материалы суду. По версии следствия, в том самом пакете с календарем, который был передан Дадону в присутствии Плохотнюка и Ералова, могли находиться от нескольких сотен тысяч до 1 миллиона долларов. И эти средства якобы были получены на нужды партии социалистов и штаба формирования. Однако сам Игорь Дадон отрицает свою причастность, а его адвокаты настаивали на отводе прокуроров. В итоге Дадона оставили под домашним арестом до 20 ноября. Чей ран кулек? Laista șap treci. Несколько дней назад бывший президент Игорь Дадон явился в Высшую судебную палату, где начались слушания по делу о кульке и крупной сумме, которую якобы получил Дадон на нужды партии социалистов, в том числе на зарплаты сотрудников формирования. По информации антикоррупционной прокуратуры, в том самом пакете с календарем могло находиться от 600 тысяч долларов до миллиона. И по версии следствия, сумма была получена Дадоном от Владимира Плохотнюка и Сергея Яралова для проведения переговоров с российской стороной и создания благоприятных условий как лично для Плохотнюка, так и для Демпартии для дальнейшего формирования коалиции ПСРМ-ДПМ. При этом якобы Дадон в качестве главы государства должен был способствовать прекращению уголовных дел, начатых против Плохотнюка на территории России. Хоча послухав провокари, організатор і Плохотнюк, у скопу, де а обціні, намірі аномі функція тих прем'єрністів, що дискредита președintele țării la ceea etapă. Erau bani, dar dumneavoastră nu i-ați luat, da? Nu am răspuns la întrebarea asta. Бывший президент рассказал подробнее о свидетелях этого процесса, а также заверил, что у защиты будут не менее 150 свидетелей. Спустя два часа после того, как я назначил мою Санду на должность премьера 8 июня, они пошли и подали на меня жалобу в прокуратуру. Потом сбежали из страны. Это два основных свидетеля. Далее в качестве псевдосвидетелей вызваны два депутата от ПДС Уазун Антой и господин Карп. Три бывших народных избранника от платформы ДАН Анастасия Слусарь и Ириница и четверо экс-депутатов от Демпартии Дьяков, Филипп Канду и Чеботарь. До побега Плохотнюка 14 июня из страны, тогда я был вынужден прятать своих детей у различных родственников, консолидировать охрану резиденции в Кондрице, потому что была информация, что они хотят нас оттуда вытеснить, вплоть до физической ликвидации. Об этом все мы расскажем. К слову, ранее антикоррупционная прокуратура также сообщала, что в этом деле фигурируют в том числе Владимир Плохотнюк и Сергей Яралов, но пока точное местонахождение этих лиц не установлено. Поэтому материалы были направлены в суд в их отсутствие. В минувший понедельник адвокаты Игоря Дадона попытались добиться отвода прокуроров Петра Ермолюка и Виталия Кадряну. Однако эти ходатайства судьи отклонили. И вновь под окнами инстанции лозунги скандировали сторонники бывшего президента. В итоге судьи ВСП частично удовлетворили запрос прокуроров и оставили его под домашним арестом до 20 ноября. Следующее же судебное заседание по делу о кульке запланировано на ближайшую неделю. Отвечая на вопросы журналистов, в минувший понедельник Игорь Дадон прокомментировал информацию об охладевших отношениях между социалистами и коммунистами. Я понимаю господина Воронина, со всем уважением к его возрасту у нас есть что сказать, но не лучшее сейчас время. Здоровья ему и остальным, которые сейчас довольно активны.
Примечательно, что совершенно недавно партия коммунистов заявляла, что все беды Молдовы, с которыми страна сталкивается на протяжении последних 10 лет, начались с предательства Игоря Дадона. Утверждая, что он вернул Воронина в политику, взяв в список, напомним этому забывчивому гражданину, что именно он умолял коммунистов создать блок с социалистами, он понимал, что после кулечных историй за него и его партию мало кто проголосует. Мы, коммунисты, и лично Воронин стали для Дадона прикрытием прачечной, которая в какой-то мере отмыла его имидж предателя и любителя кульков, говорится в пресс-релизе партии коммунистов. Но вернемся к слушаниям в суде, а точнее к другому уголовному процессу, в котором также фигурирует бывший глава государства. Несколько дней назад вновь было перенесено заседание по делу о хищениях бюджетных средств при закупке электроэнергии в 2008 году, когда Дадон был министром экономики. Срок давности рассмотрения данного уголовного дела истекает через полгода. Именно поэтому, по мнению бывшего президента, материалы направили в суд в спешке. А вот по версии следствия, в 2008 году Дадон содействовал заключению контракта о закупке электроэнергии с венгерской компанией по завышенной стоимости, в результате чего бюджету был нанесен урон в размере без малого 12 миллионов долларов. На заседании парламента сверкали молнии. В минувший четверг народные избранники вновь принялись спорить. Этому предшествовало предложение депутата от ПДС Дмитрия Алайбы признать Россию страной-террористом. Алайба отметил, что подобную резолюцию уже приняла парламентская ассамблея Совета Европы. Тут же посыпались комментарии коммунистов и социалистов, которые призвали правящую партию заняться социальными и экономическими проблемами граждан. Но и другая инициатива не обошлась без критики. Так, вскоре в Молдове начнет работу парламентская группа поддержки демократической Беларуси. Коллеги наши из оппозиции. Наши коллеги из оппозиции в лице господина вице-спикера сейчас находятся в Москве, фотографируются вместе с людьми, которые аплодируют стоя, когда невинные люди погибают от российских или уже иранских ракет. Может быть, они попытались прояснить ситуацию с ракетами, которые вторглись в наше воздушное пространство. Может быть, им хватило духа задать эти вопросы. А может быть, кто-нибудь нам пояснит, сколько денег налогоплательщиков было потрачено на эту позорную командировку. Я бы удивился, если бы господин Алайба не обрадовал нас сегодня своим невпечатляющим выходом. И хотел бы напомнить, что у наших сограждан на сегодняшний день, например, есть огромные проблемы с экспортом, а господину Алайбе до одного места. Я все же хочу поинтересоваться у вас. Ваш коллега, вице-председатель парламента, отправился в Москву, чтобы попытаться выяснить, почему 3 российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы. У нас сидит приятный наркосанцелезец, преапрофундат очистил укор. Также Григорий Новак посоветовал правящему большинству отправиться по стране и поговорить с рядовыми сельчанами, чтобы понять, что на самом деле тревожит людей. Мне кажется, в вашем случае тут предельно ясно, что о вас думают люди, от кулечников до предателей родины манкуртов. Тут все понятно. Граждане об этом постоянно говорят, и нет никаких сомнений. Поехали, ребята, забрать свой телеканал, возможно. Посмотрим, что будет после данного визита. Может быть, и у вас бюджеты будут побольше, или же вам вернут какой-то телеканал, который отдали Шору. Идет серьезная схватка между вами, кто будет лучше служить Москве. И в какой-то момент Игорь Гроссу решил положить конец словесной схватке. Но когда на одних весах с одной стороны яблоки, а с другой человеческие жизни, я едва себя сдерживаю, но как-то же сдерживаю. К слову, не менее острую реакцию оппозиции вызвала и другая законодательная инициатива ПДС о создании парламентской группы поддержки демократической Беларуси. За организацию данной платформы проголосовали 53 депутата. По мнению авторов инициативы, народных избранников Дойны Германа и Михая Папшоя, группа позволит наладить общение между парламентом Молдовы и демократическим белорусским движением. Предложение возмутило блок коммунистов и социалистов. Хочу выразить свою личную позицию, да, напомнить молодому человеку, который пытался давать какого-то рода лекции, да, вот нашим товарищам. Во-первых, продолжайте дальше играть в ваш тетрис. Почему? Потому что вы забылись, где вы находитесь. И говорить или размышлять насчет
наших внешних отношений с нашими друзьями, с нашими коллегами, вы еще не доросли до этого. Кто те анонимы, да, из этой так называемой группы «Демократическая Беларусь»? Дайте, пожалуйста, их имена, кроме госпожи Тихановской, тех, кто хочет дружить. Во-первых, чтобы сравнить, если вы все желаете сравнивать протесты в Беларуси, то, что вы называете протестом перед парламентом Республики Молдова, там на протесты выходили сотни тысяч человек в крупнейших городах, и со всеми попытками скомпрометировать те протесты никто там не нашел пиротехнику, нож или пистолет. А у нас среди нескольких десятков человек в палатках было найдено все, что угодно, и это проблема. С другой стороны, если вы посмотрите на реакцию властей Беларуси и Молдовы, тут был диалог даже с тем, что вы называете протестом. Это была цивилизованная попытка придерживаться закона теми, кто имеет право протестовать. Обмен громкими репликами спровоцировал визит официальной группы от социалистов в Москву, как и несколько любопытных фотографий, представленных широкой публике по итогу пребывания в российской столице. В частности, молдавская делегация провела встречу с вице-спикером Госдумы Петром Толстым, известным своими высказываниями и активной поддержкой военного вторжения в Украину. Также социалисты пообщались с российским министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым по вопросу экспорта в Россию молдавской сельхозпродукции. Правда, стороны так и не пришли к конкретному соглашению. Как сообщается на сайте ПСРМ, в рамках рабочего визита социалисты провели встречу с руководителем Федерального агентства по делам СНГ Евгением Примаковым. И отдельно стороны даже обсудили ситуацию в драматическом театре имени Чехова. Кризис бьет по карману, а трата с трудом накопленных денег становится причиной бытовых конфликтов. При этом зачастую именно женщины в семьях тщательно следят за ежедневными расходами. Об этом говорят выводы недавнего исследования, проведенного Фондом ООН в области народонаселения. Наша съемочная группа побывала на этой неделе в нескольких селах Новоаннинского района и поспрашивала сельчан о том, кто решает судьбу семейного бюджета. Чиней капу фамилия думня вастра? Кто у вас глава семьи? Я. А кто бюджетом управляет? Ну, супруга больше. Она держит кошелек. Она-то его держит, но в нем почти ничего и нет. Этого мужчину мы повстречали в одном из сел Новоаннинского района. Шел за бензином. Говорит, попросил у жены немного денег на свои личные нужды. И всякий раз к новым затратам подходит ответственно. Времена такие. Лишнего себе не позволишь, говорит наш собеседник. Рассказываю ей, что мне для техники нужно. У меня бензопила, я ею работаю, приходится покупать бензин. Попросил 100 леев, пойду и куплю немного. Другие жительницы села Троица Новая и Мирень, где побывала наша съемочная группа, тоже признались, что предпочитают лично следить за тем, куда уходит каждый лей семейного бюджета. Карман у меня. Почему? Ну, так получается, что в основном я занимаюсь этим. Муж по хозяйству, поэтому, а я по всем другим делам. Распределяем, как можем. Тянем, что за 1300 пенсии сколько можно прожить? Один день? Стоит только выйти в магазин и обратно, и все. И больше нету денег. А дальше как? По данным исследования, разработанного Фондом ООН в области народонаселения, примерно в 1/3 домовладений именно женщины распоряжаются бюджетом. Все подорожало сейчас. Хлеб стоит 6-7 леев, килограмм сахара 26-27 леев. А ваша жена умеет экономить? Ну, конечно. А как вы распределяете деньги? Понемногу, то на услуги, то на фактуры. В исследовании, в котором были опрошены порядка 10 тысяч человек, говорится, что именно использование семейного бюджета в 56% случаев приводит к бытовым конфликтам. Все деньги в дом, сейчас особо не разгуляешься. Если раньше супруг откладывал на свои нужды, то сейчас просто неоткуда. Не справляемся с расходами. У меня пенсия, зять работает, но у них-то 5 детей, очень тяжело. Сейчас на всем нужно экономить, зарплаты маленькие, цены растут, как грибы после дождя. Тратим по нашим возможностям, стараемся, чтобы хватало, стараемся, чтобы деньги не посылали нам дети. Хотелось бы на свою пенсию жить. Мне хватает, у меня пенсия хорошая, и детей не беспокою. По данным Нацбанка, в этом году инфляция в Молдове бьет все рекорды. Уже к концу года может составить 34,5%.
Это были новости минувших дней. Такими их запечатлели корреспонденты нашего телеканала. Оставайтесь вместе с ТВ8, чтобы не пропустить все самое интересное. Всего доброго и берегите себя.